Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча Калпатару Вашаке Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Намаха Муканкароти Бачаланг Пангунланг Хайтагирим Ятки Патамаханг Банди Парамананду Мадамам Бриндавай Тосиде Бхайпиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катху Падеши Гаурия Патраша Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дейям сада паривабхагнам авиштадохам Тетас падам сива виринчанутам сараньям Витаттихам панутапал бхавадипутам Банде махапурусате чарунаравиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Биспуриджита кимапикабоду свадарси Пурнанурагра сасагра сарамурти сарадхикамай кадакипам карус Си Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Шанкиртанай Кавитару Камала Йотакшо Вишамбару Виджабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибушихи тобам бхагам Нараяно прияманага мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги Саджоша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьястихиде Самбихи Там Нишинга Махамбаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама.
Ачайтаннам идам вишвам яди чайтаннам исварам на видху сарва састрам гьопихи брахманти те жанаха. Ачайтаннам идам вишвам яди чайтаннам исварам на видху сарва састрам гьопихи брахманти те жанаха. Гаудия Гоштхипати, Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакар Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told, we will have to... Гаудия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакар Прабхупад сказал, что мы должны быть заинтересованы в совершении баджана тому великолепному абсолюту. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы совершать баджан абсолюту, источнику всего сознания, все читаны, Шри Чайтанья Матх, Гаудия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы должны совершать баджан тому абсолюту. Мы не должны совершать никаких частичных баджанов непонятно кому. Шри Чайтанья Матх, Шрила Прабхупад сказал, что он – источник всего сознания, всей четаны. Чайтанья Матха, он не отличен от самого Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Чайтанья Матха, он не отличен от Шри Чайтаньи Махапрабху, все Гауди Матхи. Все Гауди Матхи, они, по идее, должны служить Чайтанья Матху и Чайтанья Махапрабху. Они должны служить изначальному Чайтанья Матху. И вот все Гауди Матхи. Почему так много Гауди Матхов? Но все эти Гауди Матхи, они должны проповедовать для Чайтанья Матха. Все Гауди Матхи. Они своими усилиями должны направлять ради Шри Чайтанья Матху изначального. И поэтому мы всегда уважаем Шри Чайтанья Матху как самого Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Матху — это не постройка из цемента, песка и кирпичей. Шри Чайтанья Матху — он трансцендентен, он апракрита. И те, кто служит Шри Чайтанья Махапрабху, они могут находиться в Чайтанья Матхе. Посторонние люди, они не знают, что там делать. И вот те, кто вечные спутники Чайтанья Матха, ищут Чайтанья Махапрабху, они могут находиться внутри Чайтанья Матха и служить ему по-настоящему. И та шлока, с которой я начал, она из Чайтанья Чайтамриты. И там говорится: этот весь мир, он без, если нет сознания в нем, то он бессознателен. И мы редко можем видеть сознание. Иногда выглядит, что у всех живых существ есть жизнь, но по сути они не живы, поскольку сознания в них нет. Кришна Дас Кавираджа Госвами говорит такие слова. Если они не знают об изначальном четанавасту, то они не четаны, а какая-то безжизненная материя, хотя внешне может выглядеть, они вроде бы живые, но по сути нет. И вот если они запомнят множество шастр, но все же они не могут обрести решение своей жизни, они могут рождаться и умирать, и так циклически будут происходить бесконечно. Может, они изучат шастры, могут сказать много чего, но все же они будут вынуждены рождаться и умирать, поскольку они не знают об изначальном источнике всего сознания, Шри Чайтанья Деви. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами пишет,
то, что все преданные Шри Чайтанья Махапрабху. Они подобны медовым пчелам. Эти медовые пчелы, которые кружат вокруг лотосоподобных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, и вот его спутники, подобно медовым пчелам, они кружат вокруг его лотосных стоп и пытаются собрать нектар. И вот они могут быть сравнены с этими пчелами, которые собирают мед. Вот они собирают нектар с лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху и распространяют его среди преданных. И мы должны зависеть от таких спутников Шри Чайтанья Махапрабху, которые подобны таким медовым пчелам. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он выражает величайшее смирение. С утра я говорил о смирении Кришнадаса Кавираджа Госвами. Для обычных людей это опасно, поскольку они будут думать, что Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о себе как о очень таком простом, бесполезном человеке. Он говорит о себе, что он хуже, чем червь в испражнениях. И вот кто-то может подумать, зачем же его читать и слушать, если он так о себе говорит. Шрила Прабхупад говорит, он пишет так, но он лучший из лучших. Чем больше смирения в Гуру Вайшнавах, тем более они возвышены. Кришнадас Кавирадж Госвами может написать такие смиренные слова, но место Кришнадаса Кавираджа Госвами у лотосных стоп Радхарани, потому что в служении на пути Рада Анугати Тринадапи Бхава, она естественна. Другие люди могут пытаться как-то показать, что они имеют качество Тринадапи, но это их ложное эго. А те, кто следует Радхарани, их Тринадапи, их смирение, оно естественно. Нет никакой напущенности в нем. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что мое «я», вы не можете, что он пишет, что мое подлинное «я» уже съедено какими-то насекомыми, как можно заметить, что книжные черви, они поедают эти книги. И Кришнадас Кавирадж Госвами, он говорит о себе: что у него все хорошие качества съедены этими книжными червями, а ничего хорошего не осталось. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами спрашивает, что же мне делать, куда идти? Я хочу
прыгнуть в океан Дойни, океан милости Шри Чайтаньи Махапрабху, и я хочу принять смирение у него. А это все значит то, что без подлинного смирения никто не может принять прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху. Сарвабрахма Бхаттачарья не мог принять прибежище у Махапрабху сначала, Валлабхата тоже не мог. И вот с утра я говорил то, что вода омывшая стопы Вайшнава в пыль с их лотосных стоп. И учишь, остатки пищи Вайшнавов, они очень важны, они катализаторы на пути нашего баджана, они могут нас продвинуть вперед очень-очень быстро, но это очень редко. И если кто-то силой возьмет пыль с стоп Вайшнавов, это оскорбительно. Мы не можем этого делать, как один какой-то человек хотел взять пыль со стоп Горки Шрудас Бабаджи Махараджа, он разгневался, поскольку Бабаджи Махарадж, он мог сразу понять, что тот лицемер, он очень разгневался, зачем ты прикоснулся к моим стопам, ты встретишься с великой опасностью. Вайшнав не может никого проклясть, это не проклятие, а подобное благословение. Кто-то думает, что это проклятие, но вайшнавы, их, когда они гнев выражают внешне и проклинают нас, то мы должны быть благодарны, поскольку это проклятие никакого вреда не принесет. Любые примеры, которые мы можем видеть в шастрах, Нарада, например, когда он проклял двух сыновей Куверы. Что случилось в этом случае? Они в итоге попросили прощения у него за совершенную ошибку, и из этой причины они смогли родиться в Гокуле, и в итоге встретились с Кришной, и Кришна спас их. Иначе у них не было бы никакой возможности даже близко к Кришне подойти, не то что встретиться с ним. И вот в шастрах любые проклятия, мысли, которые сходят от чистых вайшнавов, если проследить за ними, то не так все плохо, как кажется с первого взгляда. И вот Горки Шрудас Бабаджи Махарадж был очень гнев, этот человеку было неудобно. Тяжелым сердцем пожаловался Бимали Прасад Сарасвати, что пошел получить даршан Бабаджи Махараджа, взял пыль с его лотосных стоп, а тот очень разгневался, проклял меня. И Шрила Прабхупад сказал, смотрите, вначале всего нужно подумать, есть ли у нас право прикасаться к их лотосным стопам, хотя бы пылинку с их лотосных стоп. Можем ли мы взять, это твоя ошибка, и поэтому мы не имеем права силой что-то брать. И поэтому это очень редко. И Шриман Махапрабху хотел прославить чистого Гуру Вайшнав, Бхагаван Шри Кришна также. Гуранга Махапрабху явил такую лилу болезни. И однажды он, как обычный человек, Махапрабху отправился в Гаю, чтобы предложить пинду своему отцу. В общем, поминки провести по нему. Нужно было ли ему это делать, но Махапрабху являл человеческую лилу. Если бы Махапрабху этого не делал, то никто бы не делал. И поэтому он дал нам пример, показал, что нужно делать, что не нужно. И в итоге показал нам сокровище преданности. Но
когда Махапрабху действовал как ученик, он был идеальным учеником. Когда Махапрабху работал учителем, он дал нам пример, как быть идеальным учителем. Когда он явил домохозяина, он вел идеальную жизнь. И таким образом везде он показывал идеализм. И вот Махапрабху, он отправился в Гая-кшетру, чтобы предложить пинду своему отцу, провести поминки по нему. И это драма такая, Махапрабху Шри Кришна Чайтанья, сам Шри Кришна, показал нам путь, как совершать. И все. И вот Махапрабху там явил лилу болезни. Нет никакого решения. И в итоге что делать? Какие-то преданные, Махапрабху сказал, что моя лихорадка, болезнь пройдет, если вы найдете чистого брамана, того, кто имеет веру в Вишну. Те люди могут сказать, что тут много кто шнуры священные носит, родились в браманских семьях, но те, кто имеет сильную веру в Вишну, непоколебимую веру в Вишну, они тоже могут считаться браманами, а браманы, которые не имеют веры в Вишну, толку от них нет. И вот Махапрабху сказал, моя головная боль пройдет, если вы принесете мне воду, мышцу стопы чистого брамана. И вот Махапрабху взял эту воду, мышцу стопы чистого брамана, и лихорадка прошла. И Махапрабху этим хотел показать значимость лотосных стоп и воды, омывшей лотосных стоп чистых вайшнавов, чистых преданных. Мы можем как-то это легкомысленно к этому относиться, и о Ганге тоже как-то легкомысленно относиться, но Ганга, она снисходит с лотосных стоп Вишну. И в шастрах говорится, это Дава Брама, Господь в форме воды. Вот Ганга течет в форме Брама, в форме Господа, Верховного Господа. Какие-то люди могут пытаться осквернить ее, но чистота Ганги не может быть осквернена. В шастрах говорится об этом. И также можно проверить какие-то научные эксперименты. Люди проводили, но Ганга никогда не теряла свою энергию, свою чистоту. И поэтому мы должны понять, наш Пундарик Видьянитхи, он пил воду Ганги перед тем, как начать поклонение. Но перед поклонением арчаной нельзя даже каплю воды пить. Но Пундарик Видьянитхи пил много воды Ганги и проводил пуджу. И какова же причина? И поскольку Пундарик Видьянитхи думал, если я попью воду Ганги, я очищу себя, освящу и получу право поклоняться Шалаграму. И вот с такой сильной, непоколебимой верой в Гангу днем Пундарик Видьянитхи никогда не ходил к Ганге, поскольку если днем он видел кого-то, кто-то сморкается в Ганге, руки-ноги моет, мусор выкидывает, и стирают там и прочее. И вот он этого терпеть не мог, поэтому ходил только ночью, когда люди спали и ничем плохим не занимались. Ну, в смысле, не оскверняли Гангу своей жизнедеятельности. И вот он это смотреть не мог, поэтому ночью ходил. И вот Ганга и снисходит с лотосных стоп Вишну. И поэтому мы должны понять значимость Ганги, значимость этой святой дамы, и пыли с лотосных стоп преданных. Мы должны понять значение всего этого. Те чистые вайшнавы, они катаются в пыли,
катаются по полу, чтобы получить пыль с ступ вайшнавов. Но мы как часто пренебрежительно относимся к этой пыли, если во время дампарикрамы кто-то закрывает нос, и чтобы не надышаться пылью, то Шрила Прабхупада говорил, что не беспокойтесь, пускай пыль, если эта пыль со стоп преданных войдет в нас, она трансцендентна, она очистит нас. Но люди вот всячески закрываются от этой пыли. И вот такое вот состояние общества. И вот с Бхагаваном Шри Кришной то же самое случилось. Бхагаван Шри Кришна хотел показать значимость пыли с лотосных стоп таких великих преданных, как Ваджаваси. И вот Бхагаван Шри Кришна явил лилу болезни в Двараке. И никакие лекарства не помогали ему. Все пытались что-то делать, но не получалось. Почему Шри Чайтанья Махапрабху выпил воду с лотосных стоп брахмана или вайшнава? Он Верховный Господь, но он показывал нам такой пример. Люди могут подумать, что там какие-то бактерии, микробы, вирусы, ну и эту воду. Но люди как-то, ну, когда преданы, они продвигаются по пути баджана, то их вера возрастает. И вот когда Шри Кришна Бхагаван явил такую лилу болезни в то время, и вот у него была головная боль, никто не мог найти никакого решения, никаких этих средств от этой головной боли. В итоге Бхагаван Шри Кришна сказал, если какой-то преданный может дать мне пыль со своих лотосных стоп, то тогда моя головная боль, она сразу уйдет. В Кришналиле это можно найти, и вот там говорится, что если преданный готов дать мне пыль со своих стоп, то это лучшее лекарство, но никто не мог такого сделать. Нарду послали в различные места, чтобы он отыскал таких преданных. Кто же, если кто-то, кто может дать пыль со своих стоп Кришне? Нет, никаких преданных не нашлось. Он, куда бы он ни все обыскал, все обошел. Как Кришна, кто ж посмеет? И все отказывались, и вот он уже просил всех, никого не было, кто мог даже подумать об этом. И вот в итоге Нарада был вынужден отправиться во Вриндаван, и там он попросил Враджаваси, Враджагупи, что можете ли вы дать пыли со своих стоп, почему, зачем Бхагаван Шри Кришна заболел головной болью, и вот просит. И гупи сказали, сколько килограмм тебе надо, бери, нам не жалко, хоть всю забери. Поскольку они готовы отправиться в ад, если Кришна, он Кришне будет лучше. Если не видят, что Кришна счастлив, то тогда хорошо, они готовы отправиться в ад. И это называется Вриндавана Дхама. Вриндаван Дхам – это не место шуток. И поэтому Бхагаван Шри Кришна сказал, это невозможно для меня отплатить в Раджавасе. Кришна, он думал, как отблагодарить их, и сказал, что мне нечего вам отплатить. Пожалуйста, будьте довольны своим великолепием, своими такими высокими чувствами. Вам нечем вам отплатить, но во всех других местах, это вот во Вриндаване случилось, а в других местах
говорится, что если вы совершаете баджан мне, то я отплачу вам. Это Кришна говорит, то есть Кришна всегда отплатит вам за все, что вы для него делаете. И таким образом мы должны понять значимость и славу Дама о пыли, лотосных стоп вайшнавов, остатков их пищи и воды, амуши, их стопы. И вот я пример приведу, один преданный, его звали Калидас. Шри Чайтанья Чайтамрита, можно найти его жизнеописание. Он дед, этот анкл, этот дядя Рагунатх Дас Госвами, причем не прямой, а какой-то косвенный. И вот он был очень заинтересован в том, чтобы принять остатки пищи всех вайшнавов. И его баджан был таков, он был очень заинтересован в том, чтобы бегать здесь и тут, и встречаться с чистыми вайшнавами, ждать, когда же они отдадут остатки его пищи, и остатки их пищи им. Когда они не давали, он выходил и ждал, смотрел, куда они тарелки выкидывают, подбирал их и доедал, слизывал, если что-то осталось. Если какие-то вайшнавы давали добровольно, то он принимал, если не давали, то вот так выслеживал и нападал. И таким образом он однажды отправился к одному преданному, его звали Джара Тракур. Внешне я не должен говорить, но с очень низкой касты. Вайшнава, не вайшнавы, но так или иначе, чтобы дать вам понять, внешне он был с очень низкой касты. И вот в деревне никто не менялся с ним ничем. Как? Но в Индии часто бывает, что какие-то гостинцы раздают друг другу, меняются чем-то, угощают друг друга. Вот с такими, как этот Джара Тракур, поскольку каста их была низкая, никто этим не занимался, поскольку они знали, что он с низкой касты, поэтому не хотели с ним никаких дел иметь. И вот однажды он отправился, чтобы встретиться с Джара Такуром, этот Калидас, и вот встретиться с вайшнавом, это очень важно. Но как это делать? Во сне даже не каждый может понять. И вот это очень важно, встречаться с вайшнавами. Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, он был очень заинтересован в том, чтобы встречаться с различными вайшнавами, даже когда Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж был старше их, но все же он очень хотел встретиться с различными вайшнавами. Он встречался с разными вайшнавами, иногда надо было куда-то далеко ехать, но он имел огромную веру вайшнавов, он сам был очень возвышен, великой личности, спутником Шрилы Прабхупады, но все же ездил по различным местам, чтобы встретиться с вайшнавами, поклониться им. И такой у него был стиль жизни. И вот однажды я могу рассказать, чтобы вы поняли, это практический опыт. Однажды какая-то проповедническая программа была. И вот Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж уже ушел из этого мира. Бхакти Валабхирта Госвами Махарадж, он ачари назначен был. И вот они отправились на проповедь в какое-то место, Голпур называется.
И вот я точно был вместе с читанием Гауди Матхам. Вот это было указание Шрилы Тиртхи Госвами Махараджа. Я путешествовал с этим Шичитани Матхам. И вот там Нитьянадека чакра не столь далеко. С этого Болпура 2,5 часа где-то Дека чакра достаточно близко. И вот там проповедь происходила, обычно вы говорили Харикатху. Они тоже говорили. И вот после Харикатхи Гуру Махарадж сказал, что поедет встречаться с каким-то саду. И вот с утра он вышел туда. Достаточно далеко было. Я тоже раньше однажды посетил это место. Это место, где Джайдев Госвами. Рядом с Кендабилваграмом. И вот там Джайдев Госвами родился. В той области. Где-то там. И вот он отправился туда, чтобы получить даршан своего брата в Боге. Его брат в Боге был очень болен. То, что не смог получить даршан Вайшнава, еще и еще что там случилось. В общем, даршан не смог получить, поскольку те, кто... Ну, еще там какие-то есть, сейчас есть какие-то люди, которые думают, что служат, и всех прогоняют прочь. Вот Шрила Пури Госвами Махарадж на такого попал и не смог встретиться с Вайшнавами. Много времени потратил туда, обратно, на дорогу и прочее. Даже не пустили его. И вот вернулся он в Болпур и постился. Сейчас просили его принять просад, хотя бы воды попить, но нет. Сегодня я не смог обрести даршан Вайшнава, и поэтому буду поститься, понимаете? Что я не смог получить даршан Вайшнава, это мой черный день для меня, поэтому я не могу есть, я буду поститься. И таким образом мы понимаем, какова же значимость пыли с лотосных стоп Вайшнавов, даршана Вайшнавов, воды, омывшие их стопы. Я вернусь к этому чуть позже. И вот как в Раджа-гопе, они хотели дать свои пыль со своих стоп, и Кришна был доволен. И вот значимость этих в Раджа-гопе, они более... И вот эти чистые вайшнавы, они более дороги Господу, чем кто-то еще. И вот Калидас вот пошел к тому вайшнаву, принес корзину манго и пошел. В дом Джару Такура, уже к этому. Уже вечерело. И вот тут он поставил корзину с манго, поклонился, сказал: «Вот я принес вам подарок, пожалуйста, предложите Верховному Господу и ешьте». Тот сказал: «Хорошо, не проблема, и вас накормлю». А Джаратакур сказал, что: «Нет, я поел, но я для вас не могу готовить, поскольку с низкой касты, я могу пригласить соседа, соседям. Брахманам они приготовят для вас, нет, не беспокойтесь, я уже поел, вы сами ешьте, и обо мне не думайте». И какое-то время они вот говорили с ним, получили его даршан и поклонились, и вроде как разошлись, но после этого, поскольку он знал, что Джара Такур никогда не даст остатки своей пищи мне, никогда в своей жизни, поскольку он думает, что он с низкой касты, как и может кому-то дать остатки своей пищи. И вот он решил, что вот ухожу я, до свидания, предлагайте манго и ешьте. И он вроде отошел на какое-то расстояние, спрятался в кусты и смотрит.
Джарутаку, он взял несколько манго, помыл их, предложил Бхагавану и начал есть манго, очень сладкое, хорошее, прекрасное манго. И вот они наелись этого манго, и эти очистки шкурки выкинули в мусорное ведро. И когда этот Калидас увидел, какое конкретное ведро они выкинули, он побежал и начал доедать то, что там осталось, и плакал от счастья. И вот смотрите, он ел остатки этого манго, и слезы текли из его глаз. И поэтому он был единственный кандидат. И какой же результат принятия остатков пищи вайшнавов? Он обрел ситхи, совершенство очень быстро. Как Шри Чайтанья Махапрабху никогда не позволял никому пить воду с его омывшей его стопы. Махапрабху каждый день шел в храм Джаганнатха, там есть место, где он и где его сева Говинда, он поливал его ноги водой. Тот мыл ноги и входил в храм Джаганнатха, такого правила. Но никому не позволялось пить воду, омывшую стопы Махапрабху. Но однажды наш Калидас Махапрабху омыл стопы свои, и Калидас ждал. И вот, ну, и Калидас начал пить эту воду, Махапрабху смотрел на него, когда тот три раза выпил, Махапрабху сказал: «Хватит, это твое совершенство, поскольку у тебя есть строго сильная, непоколебимая вера в остатки пищи вайшнавов». Кто-то может подумать, что это как-то оскорблено, какие-то вирусы, бактерии, микробы там и прочее, кто-то есть будет. Но Калидаса была непоколебимая вера. Если кто-то примет остатки пищи чистых вайшнавов, то вы очень удачливы, с огромной верой. Мы должны принимать это учество вайшнавов. И таким образом мы можем достичь совершенства. И вот Гуранга Махапрабху позволил ему три раза выпить воду, омывшую его стопы, и в этом его совершенство. И вот мы узнали о значимости его славе пыли с лотосных стоп вайшнавов, воды, омывшей их стопы и остатков их пищи. И вот эти госвами, они начали жить, ну, в смысле, они вечно присутствуют во Вриндаване, но все же по указанию Гуранги Махапрабху они отправились во Вриндаван, чтобы открыть все святые места там и их опять воз это восстановить. И вот они были сказочно богаты, но они стали нищими. Они оставили свой дом в поисках Кришны. Посмотрите, с каким настроением они пришли во Вриндаван. И мы с таким настроением должны идти во Вриндаван. Они были сказочно богаты, как цари, но все же они оставили все и отправились во Вриндаван ради поиска Кришны. Кришну могут достичь только нишкинчаны. И вот в Кунти Бхагаватам говорится, Бхагаватам, что ты доступен только для тех, кто нишкинчаны. Никто, кроме нишкинчанов, не может обрести тебя.
И вот она говорит эту шлоку. Те, кто гордятся своим богатством, те, кто гордятся высоким происхождением, те, кто гордятся своей красотой физической, или образованием, то для них это невозможно. Обычно мы знаем, что ложное эго, тщеславие, оно основывается на четырех колоннах. Это гордость своим высоким происхождением, богатством, образованием, красотой. Вот эти четыре этих Джанмайшвари Шаутошри. И вот эта комната такого тщеславия, ложного эго, она стоит на этих четырех колоннах, которые в любой момент могут упасть. И Кунти Деви говорит, те, кто гордятся своим происхождением, образованием, красотой, богатством, они никогда не смогут встретить тебя. Кришна, он единственный. Кришна, он доступен только нишкинчинам, никакими деньгами его не купить. И вот здесь говорится, и вот Кунти Деви говорит, что ты доступен только для нишкинчинов. И какой же стиль жизни Рупы Санатана, если мы узнаем, мы начнем плакать. И вот Рупа Санатана говорит в Шри Чайтанья Чаритамрите. Not even chapati sometimes. Sometimes chapati. Because no time to go to Mathura to bake. Okay, nothing there. Okay, they are fried gram, taking and taking some water. This is their lifestyle. So high their lifestyle, so heavy they used to live nishkinchan totally. И вот эти Рупы Санатана, они жили очень скромно. Очень так, очень скромно. И я могу дать вам пример, чтобы вы поняли степень отречения Рупы Санатана. Всего лишь с помощью одного примера вы поймете, что такое подлинное отречение, каково это аскетичность Рупы Санатана Госвами. И вот один браман из Вардамана, это область Бенгалия, здесь на север, километров 50 где-то. И вот он очень был опечален, поскольку дочь его выросла. Нужно было женить, замуж выдать дочь, а без денег как это сделать. И вот он опечален был и хотел принять прибежище у Шанкара. У Шивы пошел в Варанаси и начал молиться Шанкар Бхагавану. «О, Шанкар, смотри, как я могу выдать дочь замуж? Тут даже ей есть нечего, не то что замуж выдать». И вот он начал поститься без воды, без еды. И в итоге Каши Вишванатх, он пришел во сне и сказал: «Я знаю, что вы хороший брама, но бедный,
где деньги нужны, наверное. Какое-то богатство. Да, надо. Хорошо, я дам тебе совет. Иди во Вриндаван. Там есть очень богатый человек, его зовут Санатан. Иди к нему, поймай его, и он тебе все даст. И вот Каши Вишвана сказал, не может быть ложь, и этот Браман пошел во Вриндаван и дошел до Вриндавана и узнал, кто же там Санатан, где он живет, где живет, чем занимается и прочее. Все враживаси сказали, что прекрасный саду живет. Вон там он на берегу Ямуны, что правда. Ну, пойду, встречусь. И вот он, Санатан Гасай, обычно ни с кем не разговаривал. Занят был служением, но так или иначе этот браман пришел и рассказал свою такую тяжелую историю. Сначала поклонился ему, рассказал вот обо всем. И я пришел по указанию Каши Вишванатха, чтобы просить помощи вас. Какой помощи? Каши Вишванатха сказал, что крайне богатый, можете дать мне богатство. Но у меня ничего нету, как тебе там? Вот, набедренная повязка, каупина и горшок для воды. Больше ничего нет. Как Каши Вишванатха сказал, врать-то он не может. Но давай подумаем. Вот у него каупина есть, и даже набедренной повязки нет. Не было у него, точнее, одна каупина. И для воды емкость. Но думали. И тут он вспомнил, что был философский камень, где-то валялся. Если этим философским камнем прикоснуться к железу, оно станет золотом. И человеку наверняка это поможет. Мне он не нужен, но этому человеку пригодится. Подожди. И вот Санатан Гасай пошел, нашел. Но давно его куда-то выкинул, забыл про него. Не придал значения никакого этому философскому камню. И сказал, жди. И вот нашел где-то на берегу Ямуны. Сказал, как копай, вон там он. Тут начал копать. Какой-то камень нашел, что с этим камнем делать. Не камень нужен мне, что-то посерьезнее надо. Ну скажи, смотри, это философский камень, можешь прикоснуться им к железу, что железо станет золото, а золото тебе поможет. Можешь это разбогатеть. И этот человек прикоснулся к какому-то железному браслету, тот стал золотым, тот крайне обрадовался, все там обконтачил, все золотым стало, и вот он крайне обрадовался, он побежал как сумасшедший с этим философским камнем. И вот он уже и пока бы он бежал, по милости Каши Вишванатха, к нему пришла мысль. Причем он достаточно далеко уже убежал. И мысль такая к нему пришла, что то, что я считаю крайне ценным, этот саду, относится к этому как к испражнениям. И почему? Наверное, у него есть что-то получше. И поэтому нужно взять подлинное богатство, по сравнению с которым этот философский камень ничего из себя не представляет. И вот он опять пошел к Санатану и сказал, что не нужен этот философский камень, я хочу то богатство, на фоне которого этот философский камень ничто.
И вот он взял, выкинул этот философский камень ему, ну, сказал, давай, получи что-нибудь. Я хочу то сокровище, которое ты имеешь. И то сокровище, по отношению к которому это, этот философский камень и золото столь незначительное. Что же ты имеешь? Пожалуйста, дай мне это. На Бенгале это вот так звучит. Я хочу обрести каплю того сокровища, благодаря которому ты с таким пренебрежением выкинул этот философский камень. Смотрите на настроение чистой Гуру Вайшнавов. Они могут обрести величайшее множество богатств, но ко всему материальному они относятся как к незначительному. Поскольку если они будут стремиться к богатству, то много бесполезных людей придет. И вот чтобы избежать всех этих бесполезных людей с бесполезными желаниями, чистые гуру вайшнавы иногда ведут себя как сумасшедшие. И вот Рупа Санатана, Вамшивадас Бабаджи Махарадж наш, Гокишвадас Бабаджи Махарадж, Бхагавадас Бабаджи Махарадж, они специально вели себя так, чтобы у нас не было возможности прийти к ним с какими-то материальными желаниями. Только Прабхупад. Он хотел изменить всех, помочь всем этим обусловленным душам. И вот Шрила Прабхупад, он являл роль как Парамахамса, так и проповедника. Он являл роль высочайшего Парамахамса. Никто не может сравниться с Шрилой Прабхупадой, Бхактисиддханта Сарасвати. И в то же самое время он великий проповедник, великий ачарья. Парамахамс обычно не проповедует, живут уединенной жизнью, но у нас есть вот такой шанс видеть это в одном лице, в Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати. И вот этот об этом философском камне информация дошла до царя Акбар Ваци. И вот он узнал, что был какой-то философский камень. Санатан дал ему его какому-то браману, тот кинул в ему, но и подумал, что пригодится ему в хозяйстве этот философский камень. И вот он с множеством людей приехал туда. День и ночь они ему обследовали, искали, но ничего не нашли. Но на том кораблике, которым они приплыли, этот якорь задел этот философский камень как-то, и этот якорь стал золотым. Но камень так и не нашли. Пусть случайно так получилось. Но якорь тоже был достаточно большой и тяжелый. И золотой встал. И вот во Вридаване, или всего лишь 80 лет назад, один саду путешествовал по Вридавану. И он носил какую-то шлепки. Ну, порванные, в общем, он какой-то проволокой их как-то починил и носил. И вот он ходил в этих тапках, починенных проволокой. И в итоге что случилось? Какой-то саду обнаружил: «О, баба, чё у тебя в твоих тапках? Посмотри внимательно».
И тот посмотрел, тот сказал, золотые, но это проволока, которая подчинен, были подчинены эти тапочки, они золотые, золотая проволока стала. И это не история, факт научный, эти же ученые какие-то. Эти алхимики, химики, они теорию такую выдвинули, что если уран может стать плутонием из-за деградации этой кристаллической решетки или как ее там, в общем, может разложиться, превратиться в плутоний, то почему железу нельзя стать золотом под влиянием чего-то? Под влиянием какого-то философского камня или еще чего-то. То есть теоретически это научно все и может быть. И также в различных шастрах мы можем знать. Тоже такие концепции есть. И вот Санатан Гасаев в Хари Бхакти Виласе тоже пишет то, что и вот как это бронза может стать золотом с помощью добавления какого-то химического элемента. Санатан Госвами пишет. В общем, с помощью чего-то, это колокольный металл, бронза или как его, может стать золотом. И также человек, принимающий дикшу возвышенного преданного Парамхамса, его жизнь тоже может измениться, как колокольный металл с помощью какого-то катализатора может стать золотом. И так и скверный человек, если он по-настоящему предастся лотосным стопам чистого преданного, и благодаря общению с ним он может стать преданным, он может превратиться в преданного, и вся скверна с его сердца уйдет. Санатан Гасай пишет об этом. И вот сегодня мы хотим еще обсудить то, как Говиндадев был обнаружен чудесным образом, поскольку Говиндадев, я уже говорил, он находится там с Двапара-юги. Двапара-юга кончилась, Кали-юга началась, и вот с тех пор, как Ваджранабха был на этой земле, он обнаружил множество мест лил, хотел какие-то божества там установить, храмы построить, и вот какие-то храмы остались, какие-то пропали из-за влияния времени, землетрясений, потопления и прочего. За 5000 лет много чего произошло, поэтому потерялась часть. И вот Говиндадев оказался под землей. Никто не знал, где же он. Рупа Госвами Патон совершал баджа в то время в Радхадамадаре. Но это после было основано. До этого был маленький баджан-кутир. И вот, где баджан-кутир Рупа Госвами, там это Дамодар-мандир. И Рупа Госвами Патон совершал баджан там. И Санатан Госвами. И вот он тоже совершил баджан на берегу Ямуны, Двадашади Тетили. Случай с философским камнем был задолго до того, как этот храм Мадан Махана построили. И вот Санатан Гасай в то время совершал баджан на берегу Ямуны.
Рупа Госвами совершал баджан, где Рада Дамодар, где-то там, ну, рядом. И вот он совершал баджан, писал книги, и Рупа Госвами Пад. Он думал, как же восстановить, обнаружить эти места Алил. И однажды один Враджаваси Рупа Госвами подходил там. И в итоге Рупа Госвами подходил там, и один Гопа Балак сказал: «О, Баба, смотри, чудо, что случилось? Одна корова каждый день приходит к этой тиле, это холмик какой-то. Ну, камень какой-то там, и вот здесь поливает молоком какой-то камень и уходит. И Рупа Госвами подумал, как это так? Наверное, что-то там есть в этом. Почему корова каждый день приходит, поливает своим молоком вот этот камень? Причина должна быть. И вот Санатан Госвами захотел выяснить ее. И таким образом Рада Говинда Джи был обнаружен там, под тем камнем где-то под землей. Но это была прекрасная виграха Говинда Джи, то есть Радхарани потом пришла. И вот Рупа Госвами Пад был несказанно рад. Он изучил все шастры и обнаружил, что это йога пит Шри Вриндавана, то место, где этот йога пит Вриндавана. Завтра более подробно расскажу. Мы должны пытаться понять о даме, о значимости вот этого всего, вышеперечисленного.